так любит нас. Представляете, его любви так тяжело пробиться к нашему сердцу, потому что дьявол с самого детства просто засыпал, делал дамбы в нашем мышлении, в нашем сердце, что мы плохие, нас нельзя любить. Друзья, вы должны знать, о, помазание такое пришло прям, ой-ой-ой. Бог любит нас, чудеса, которые Бог творит в твоей жизни. Он это делает не из-за того, что ты хороший или плохой. Он делает, причина не в тебе вообще, причина в Иисусе. Причина в Нем, в Его любви, в Его жертве, в Его пролитой крови. Аллилуйя! О, мой Бог, аллилуйя! И то, что хочет Бог, чтобы мы, вот все, что делал сатана, все, что он заложил в наше подсознание, все, что он заложил туда, как основание поражения в нашей жизни, чтобы мы притягивали, как магнит, проблемы, чтобы мы притягивали болезни, чтобы мы притягивали через свой страх то, чего мы боимся. Знаете, сегодня мы должны на этом саммите просто с корнями это все вырвать с нашего подсознания. Амен? Мы должны положить туда истину. Истина – это Бог любит тебя. Аллилуйя! Бог за тебя! Бог за тебя! Бог любит тебя. Бог любит тебя. Бог очень любит тебя. Ты дорог для Бога. Ты дорог для Бога. Он говорит, даже если мать оставит, говорит, оставит ли мать грудное дитя свое? Пророк Исаия говорит, Бог обращается к нам и говорит, оставит ли мать грудное дитя свое? Ну, знаете, как матери за ребенка, да? Они так за ребенка, они так за ребенка. Когда я был маленький, моя мама там мне рассказывала историю, знаешь, как получилось, что она со мной шла, и там такая крутая у нас гора Балка, такая, знаешь, с камнями, с бездорожья и камни. И она, крутой был склон, и она шла, получается, через эту балку, и вдруг она не удержалась и побежала, и чтобы меня сохранить, она просто сильно так бам на колени упала и разбила себе колени, но чтобы меня сохранить. Знаете, вот мать всегда, оставит ли мать грудное дитя свое? Я помню, как однажды я ехал, и я ехал с Крыма, я увидел, как автобус летит, микроавтобус, он полетел в сторону туда. Я знал, что была ночь, я знал, что там стоят такие бетонные преграды, и они не освещаются. И я увидел, что этот человек полетел так быстро, что я точно понимал, что нам нужно вернуться, потому что сейчас там что-то будет. Мы развернулись и поехали туда. Когда мы подъехали, автобус уже был в кувете, разбитый. И там сидела женщина, и у них был маленький ребенок. У нее было разбитое лицо в крови. Она говорит, я говорю, а ребенок? Она говорит, нет, я его держала. И лицом, говорит, ударилась. Но ребенок нет. Представляешь, Бог любит тебя именно так. И он говорит, оставит ли мать грудное дитя свое? А нет, говорит. Но если даже она оставит, говорит, я не оставлю тебя. Бог говорит, я не оставлю тебя. Я не оставлю тебя, Бог говорит. Ты здесь сегодня. Можешь называть мне причины любые, почему ты здесь. Но ты здесь, потому что этого захотел Бог, чтобы ты что-то услышал. Чтобы ты пережил что-то. Сегодня я знаю, люди есть, которые получат исцеление. Есть люди, у которых изменится жизнь. Друзья, сегодня ты здесь, ты на этом саммите, потому что это Бог спланировал до сотворения мира. Он
сражается за твою жизнь. Его истина освободит тебя. Если ты болен, Бог говорит, ты будешь здоров. Если ты сражаешься в личной жизни, если все рухнуло, кажется, вообще уже нельзя вернуть то, что прошло. Послушай, Бог так все повернет, что ты увидишь счастье и благословение в личной жизни. В своей семье ты увидишь это. Если у тебя была нищета, долги, преследовали тебя, ты так устал так жить. Я говорю тебе, мой друг, ты увидишь процветание в своей жизни, потому что во всем этом ты будешь видеть Бога. Видеть, что это сделал Он. Видеть, что это Его работа. Видеть, что Он любит тебя. Видеть, что Христос пролил свою кровь, чтобы ты был счастливым. Чтобы ты познал Бога на этой земле. Чтобы ты познал любовь Отца. Чтобы сегодня ты прославил Его имя. Аминь. Бог сделает. Давайте подадим Ему славу. Аллилуйя.